Игроки и тренерский штаб волейбольного клуба «Нова» прошли вакцинацию от коронавируса. По словам спортсменов, важно поддерживать здоровье всех игроков в команде. Тем более, что впереди у ребят ответственный период. Им предстоит второй этап Кубка России по волейболу. Для волейболистов это уже не первая прививка. Они вакцинировались и в прошлые периоды всплеска заболеваемости COVID-19. Прежде всего, я волнуюсь за безопасность своей семьи, за безопасность своих партнеров, с которыми играю. Ну и, соответственно, зрители приходят на игру. Хотелось бы их всегда чаще видеть. Их нам не хватает на играх. Это наша поддержка. И поэтому я решил вот воспользоваться этой услугой государственной, то есть обезопасить себя и близких. Как отмечают специалисты, новая волна COVID-19 отличается от предыдущей. Весенний штамм омикрон заболевшие в основном переносили легко. Сегодняшний вариант нового штамма характеризуется более высокой температурой, лихорадкой, более выраженной интоксикацией, хотя, как правило, не заканчивается пневмонией и протекает в течение 3-4 дней. При этом врачи отмечают у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, которые заразились COVID-19, резкое усугубление всех симптомов хронических заболеваний. Поэтому людям, которые входят в группу риска, врачи рекомендуют обязательно привиться. В группу риска у нас входят лица старше 60, лица с хроническими неинфекционными заболеваниями, такими как бронхиальная астма, ХОБЛ, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца. Им в первую очередь нужно вакцинироваться, но и также немаловажной являются молодые наши граждане, которые также должны обезопасить себя в период роста заболеваемости. По словам медиков, подумать о защите своего организма необходимо именно сейчас, когда идет начальный период роста заболеваемости вирусными инфекциями. Можно привиться в один день как от коронавируса, так и от гриппа. Если же вакцина от ковида уже сделана ранее, врачи советуют привиться от гриппа не менее чем через месяц. Записаться на вакцинацию можно по телефону поликлиники или горячей линии 122. Светлана Кудрявцева, «События».